На что только не идут звезды ради интересной роли. Вот, например, Ким Кэтрол для фильма «Знакомьтесь, Моника Велюр» поправилась на 10 килограммов и научилась танцевать стриптиз. Не самое приятное зрелище, согласитесь. Но один поклонник ее таланта все-таки нашелся. 54-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» решила сыграть бывшую порноактрису, которая подрабатывает стриптизершей, чтобы свести концы с концами. Ее выступление не пользуется успехом, пока она не встречает своего первого фаната – 17-летнего Тоби. Марика! Марика! Их история любви легла в основу фильма «Знакомьтесь, Моника Велюр». Картину еще в прошлом году показали на нескольких фестивалях, но в широкий прокат она до сих пор не вышла. Создатели фильма только сейчас отважились продемонстрировать первые кадры с танцем главной героини. И теперь всем стало понятно, почему они так долго с этим тянули. Стоит ли смотреть такое целых 2 часа? Если желающие все-таки найдутся, то ждать им придется до апреля.